Я уезжаю. Дней на 10. Заканчивать рассказ. Про мышь Буразубку. Да. Да. Хорошо. Хорошо. Thank you.
Что случилось? Ты откуда? К брату приехал на 2 дня. Холодно мне. Здравствуйте. Здравствуйте. Что надо? Я брат ваш двоюродный.
что кроты таким образом приносят огромный ущерб стране. Одна семья кротов способна за короткий срок уничтожить значительное количество злаков, разрушить большую территорию полезных угодий. Борьба с кротами является одной из наших главных задач. Над ее решением работали лучшие ученые института. В результате упорного творческого труда создан ряд препаратов, использование которых в борьбе с врагами сельского хозяйства дает возможность уничтожать до 100 особей кротов в день. Особенно эффективен препарат F-17, представляющий собой активное соединение различных химических компонентов. Его применение гарантирует смерть грызуна в течение 10 минут. Препарат разбрызгивается тонким слоем по поверхности почвы. Он обладает избирательным действием и абсолютно безопасен для растений. Хранить препарат рекомендуется в водонепроницаемых емкостях в недоступных местах. В связи с тем, что... Дедушка. Играй. Thank you.
Дедушка. Поцелуй меня еще.
Кол! Где Кол? Она... Кол! Дед! Thank you.
недостаточно разумны. Чаще делайте мостик, это развивает спинной мозг. Кстати, вы никогда не задумывались о том, что такое неведомое? Нет. Поиски ответа на этот вопрос привели к противоположному результату. Противоположного чему? Вот именно это и надо выяснить. Общими усилиями. Если взяться за руки всем и упасть лицом вниз, произойдет перемена в положении тел. Частые перемены тел могут означать что угодно, а следовательно и ответ на вопрос. А если лежа на полу, перекатываться друг через друга, не выпуская рук, это увеличит шанс на познание неведомого. Все зависит от количества падающих. Чем их больше, тем сильнее звук от падения и перекатывания. Это прибавляет уверенности. Главное, не обращать внимания на гибель лежащего рядом и продолжать перекатывать его тело. Жизнь в движении. Откройте рот. Thank you.
Thank you.